Мужик попадает в аварию, короче, и ему отрезают губы. Полностью губы отрезают. Ну, идет к хирургу мне и говорит, так и так, говорит, попал в аварию, говорит, лобовому стеклу треснуло и губы отрезало, говорит. И хирург говорит, таких губ нету, говорит. Есть женские, говорит, половые, говорит, давай пришьем, говорит, они одинаковые, говорит, почти что они одинаковые. Ну, пришивают ему, короче, говорит, через месяц, если не понравится, придешь мне. Теперь тот через месяц приходит, тот в отпуске мне, елки-палки. Теперь обратно приходит через месяц, он говорит, доктор, говорит, мне нормальные губы поставь, говорит. А он говорит, почему, говорит, ты что, говорит, больной, что ли, говорит, у тебя шов рассосался уже, говорит. Ну, губы прижились, говорит, это не каждому дано, говорит. Он говорит, все нормально, есть как но. Какое но еще, говорит? Вот я, говорит, в зеркало смотрюсь, говорит, у меня хуй поднимается. Нахуй смотрю, у меня губы трясутся.